Доброго дня, марш Адора. Я очень люблю это чеченское приветствие марш Адора. Это означает в переводе «приходите свободными». Сейчас я в гостях, то есть мы в гостях с моей второй мамой, очень уникального героического человека, который является не только героем чеченского народа, не только всего Кавказа, но и всех миролюбивых, свободолюбивых людей на свете. Сайдемин Ибрагимов является президентом Ассоциации мира права человека. И это организация, где был членом этой организации Джохар Дудаев, герой всего Кавказа Джохар Дудаев, входил в эту организацию. И эта организация вместе с правительством Чеченской Республики Ичкерии в 2018 году, 23 февраля, в день депортации чеченцев ингушей, подали иск в Международный уголовный суд. Всем, наверное, уже известно, что вот на днях суд вынес ордер на арест международного преступника-террориста номер один Владимира Путина. И рядом со мной сидит моя вторая мама, мои все подписчики ее знают, Зайнаб Гашаева. Легендарная женщина, моя героиня, которая создала в Швейцарии видеоархив чеченских войн. Это немыслимая вещь, просто я человек, который уже 9-й год живу в Швейцарии, я представляю, через чего надо пройти, чтобы создать в такой бюрократической стране архив, который связан с военными преступлениями России, и эти материалы все будут неопровержимые доказательства военных преступлений и России, и в том числе Путина и Ельцина. Сайдемин, теперь я передаю эстафету моей второй маме Зайнапу. Вот как бы ваш диалог я хотел записать, потому что это очень уникальный день. Я в окружении двух героических личностей и представителем Ассоциации мира права человека. Я являюсь в Швейцарии, в то же время представитель правительства Героической Чеченской Республики Ичкерия Чемегор. Теперь слово за вами. Думаю, всем зрителям будет интересно. Спасибо, Лучин. Да, спасибо, Лучин. И, как ты сказал, Маша Дохин, Масу и Дебехки Дохин. И хочу сказать, что действительно это, что сейчас Лучин сказал, это очень важное событие для нас всех, потому что мы вообще неожиданно было бы даже для нас, которые мы на протяжении многих лет занимаемся правами человека, но при всем этом для нас была тоже большая неожиданность, что 17 марта объявили Гаагский суд, Международный Гаагский суд вынес решение об аресте Владимира Владимировича Путина. И как для вас это? Вот человек, который долго-долго до того, как сегодня это вынес Международный суд, наконец-то, это как бы только начало этого процесса, но вы своим как бы огромным багажом работы, вы были инициатором и первым человеком, который подали в этот Гаагский суд иск о нарушениях и преступлениях военных, российских военных в Чечне. Как для вас это вот эта новость? Я скажу честно, для меня это не было новостью. Я знал, что в любом случае Путин должен быть привлечен к ответственности за преступление. Я до этого обращался ко многим организациям, в том числе Совету Европы, Европейскому парламенту, ну и другим международным организациям, но все они в один голос заявляли о том, что чеченский народ не является как бы стороной конфликта, то есть не подписали статут Международного уголовного суда, и поэтому МУС не имеет права рассматривать чеченский вопрос. С этим я не согласен категорически, потому что в соответствии с МУП, международное уголовное право, которое подписали все члены Организации Объединенных Наций,
первая же статья МУП говорит о том, что любое преступление должно быть наказано. Вот мы первый документ против России направили 30 июня 2014 года и получили ответ о том, что если мы получим письмо от Совета Безопасности ООН о том, чтобы МУС рассмотрел этот вопрос, то, возможно, они рассмотрят. Но я с этим категорически не согласился и продолжал работу. В 2003 году, 23 февраля, день депортации чеченского народа, мы полный пакет документов подали в Международный уголовный суд. Мы, я имею в виду Кабинет министров, ну, совместно с Международной ассоциацией «Мир и права человека». Ну, скорее всего, у вас были, наверное, и юристы там, и все, чтобы это, как бы это, чтобы подать этот документ. Но если объективно и честно, то над этим документом 6 лет я работал один. Угу. Юристы есть, но для того, чтобы изучить статут Международного уголовного суда, это нужно годы. Ну, те юристы, которые находятся здесь, они вынуждены работать. У меня, к счастью, было время, как пенсионер уже в возрасте, я не работал и полностью все свое время я отдал этому делу. Ну и все равно для этого мне понадобилось 6 лет. Ну и 23 февраля, хотя, опять-таки, не называя имена, я скажу, что многие сомневались в том, что у нас примут эти документы, но у меня никогда не было сомнений, потому что любое преступление должно быть наказано. И все международные документы, принятые высокими международными организациями, говорят о том, что преступники должны быть наказаны. Ну, это логично. Если преступник отказывается признавать суд, это не говорит, что он освобождается от своих преступлений. Таким образом, 23 февраля 2018 года мы подали документы. Правда, в этот вечер у меня был инфаркт, потому что я переволновался. Но и тем не менее, все нормально прошло, у нас приняли. Я всегда был уверен в том, что вот по четырем направлениям преступлений, это агрессия, геноцид, преступления против человечности и военные преступления, которые не имеют срока давности, по этим преступлениям рано или поздно в любом случае должен быть процесс, должно быть расследование. И мы всегда добивались этого. И у нас с 2018 года идет процесс за верховенство права и справедливости. Ну, и в конце концов, действительно, и международное сообщество сознает, что Путин – это преступник, что если Путин не будет наказан, то международное сообщество не может действовать в соответствии с своими международными обязательствами. Я думаю, что теперь все пошло в свою колею, и в ближайшее время мы увидим Путина на скамье подсудимых. Я хотела бы сказать, вот немножко дополнить то, что, например, я вас знала еще, когда вы работали в Чечне, у вас был недалеко от президентского дворца офис, я не раз
приезжая, привозя к нам журналистов, экспертов по Чечне, тоже встречалась с вами и видела вашу работу. Но потом я уже вас встретила здесь, в Европе, в Европе встретила, и мы приехали с маршем, пришли с маршем мира от Чечни, марш мира назывался, как бы это было неправительственные организации, общественные деятели, журналисты. Мы шли из Чечни через всю Европу, Грузию, Польшу, через всю Европу, и пришли мы в Страсбург. И именно была цель прийти к Совету Европы, и наша как бы цель это была объяснить, что мы привлечь внимание международного сообщества к тому, что происходило это был 2000 год, в 2000 году происходило в Чечне. И когда мы сюда пришли, я узнала, что вы у вас была голодовка, вы всегда, как сейчас сказали, вы один работали над этими документами, я в этом абсолютно как бы знаю, что, конечно, у вас были, наверное, помощники, но тем не менее знаю, что вы такой как бы самостоятельный и действительно идейный человек, который вот, идет за своей целью и ни перед чем не останавливается. И тогда вы попали в больницу. Вот на тот момент, когда мы были здесь, пришли когда с маршем мира, вы попали, я услышала, что вы в больнице, у вас была до этого голодовка, и вы тоже как бы самостоятельно голодовали, и вы лежали в больнице. Это был 2000 год. 2001. Нет, 2001 год, да? Это был 2001 год, хорошо. Это. Ну, я хочу задать вопрос. Неужели сейчас у нас 2023 год? Неужели 22 года надо было ждать? Неужели надо было ждать столько времени этому международному суду и другим, можно сказать, организациям до сих пор, которые еще так наблюдают, так как Совет Европы, ООН, Европарламент, которые еще до сих пор наблюдают над тем, что происходит сегодня в Украине, и также над тем, что происходило в Чечне. Неужели надо было, мы сегодня, наш результат нашей войны, это 300 тысяч погибших. Из 1 миллиона, вот это из надо из 1 миллиона, да? 300 тысяч погибших. 40, из них 42 тысячи детей. До 12 лет. Да, и неужели надо было столько времени, вот этот я хочу просто задать вам этот вопрос. Я понимаю, для вас это очень тяжело, ну, как бы даже, но неужели этим международным организациям, которые созданы на прав человека, которые созданы для мира, которые созданы для того, чтобы не было войн, на тот момент, когда мы приехали с маршем мира, с нами был Крис Хантер, он англичанин, очень известный миротворец, и нас 7 человек как бы из этого марша мира, 7 человек, когда зашли в Совет Европы, и тогда был президентом Мулиман, был президентом, когда мы 7 человек зашли, и он первое, что нам ответил, поднял вот так руки, он говорит, у меня нету армии против России. Мы пришли с маршем мира. Какую армию? Мы его армии не просили. Мы просим, встань со своего стула и сделай что-нибудь, чтобы эту войну остановить. Это насилие над народом остановить. Это угнетение целой нации остановить. И он нам это говорит. Вот просто я хочу сказать, тяжело. Я знаю, вам всегда было тяжело, тем более в одиночку достучаться до этих международных институтов. Баркал, очень правильный, очень хороший вопрос. Я, конечно, постараюсь ответить коротко. Международные организации, высокие международные организации, куда входят ООН, Совет Европы, Европарламент и другие, к сожалению, сегодня
не вполне дееспособны для того, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с войной. Да, действительно, у них нет армии, но они могли бы принимать соответствующие решения, которые выполнялись бы, может быть, не сразу, но тем не менее. Вот. Они очень нерешительно относятся к своим международным обязательствам, и вот это является основной причиной того, что такие, как Путин, ну, потенциальные преступники, они думают, что им все можно, что им ничего не будет, никто их не накажет, и совершают такие преступления. Я считаю, я прямо и откровенно скажу, что я считаю виновными и тех, кто не выполняет свои международные обязательства. Ну, часть вины за ними, хотя они не совершали сами своими руками или своими действиями. Ну, бездействовали, Сайдимин, так сказать. Это тоже есть состав преступления, бездействия. Да. Когда я держал 8 голодовок, там, по 40 дней, по 42 дня, и были журналисты, которые требовали от Совета Европы, Европарламента принять меры, пока я не умер. Но некоторые депутаты говорили, если Ибрагимов решил умереть, это его право. То есть это бездушие, бесчеловечность. Мои голодовки были направлены на то, чтобы задействовать мировое сообщество. Я никогда не требовал от международного сообщества то, чего они не обязаны делать. Я изучал тщательно международные обязательства этих организаций и требовал только то, что они должны были делать, без моих требований. Но, к сожалению, на меня обращали внимание не совсем так, как надо. Но вы сами понимаете, что наш народ, миллионный народ, в подчинении России, вернее, Россия буквально оккупировала нашу страну, наш народ находится под оккупацией, и Россия уверена в том, что нас можно как угодно игнорировать, и у нас нет никаких прав. У нас во всем мире нет ни одного официально признанного международным сообществом представителя. Мы только внутри у себя ставим своих представителей, и на свой риск мы работаем. Нас могут в любое время в чем угодно обвинять, и никто не спросит, а почему, по каким законам вы их обвиняете. Потому что в отношении нас не действует никаких законов. У нас нет никаких прав. Но это не говорит о том, что мы должны останавливаться, что мы не должны действовать, и мы будем действовать. Даже если международные организации, мировое сообщество будут противодействовать нам в этом направлении, мы будем действовать только в рамках закона. И даже если они будут нас наказывать, это нас не остановит. Абсолютно. Сайдемин, я один момент вот затронул. Я хотел бы это особо выделить. Да, говорить, что у нас нет никаких прав вот, в международном. Вот это мое мнение. Наверное, зрители все, кто будет смотреть, они могут согласиться. Весь мир провинился перед этим героическим чеченским народом. Весь мир. Весь цивилизованный мир. Потому что в то время, когда бомбили города, вот сейчас Бахмут, то, что в Украине происходит, это как будто, не знаю, случайность или как-то. Бамут, такой же город был в Чеченской республике, Бамут, откуда
герой моего фильма Хамзат Ханкаров родом. Бамут то же самое равняли землей. Когда Грозный равняли землей, когда дети погибали под многотонными бомбами, вакуумными бомбами, даже вплоть до химического оружия применили, весь мир отвернулся от чеченского народа, как покойный Джохар говорит, что это внутреннее дело России. И мало этого, и плюс, и двойные стандарты против всех чеченцев. Вот в Австрии чеченцев депортируют, отправляют на явную смерть. В самом центре Берлина, в самом сердце Европы убили, покушение совершили на нашего брата Залимхана Хангишвили, героический сын чеченского народа. И это информацию слили, так сказать, если грубо говорить. И помимо этого, даже сегодняшний день, вот, например, у нас есть один друг в Швейцарии, который принимал участие в штурме, когда штурмовали Грозный, героический город Джохар, 31 декабря 1994 года. Он участник обороны Грозного. У него большие проблемы в России. До сих пор в Швейцарии он не может получить статус политического беженца. Вот двойное отношение к чеченскому народу. И я считаю, что весь мир должен исправить эту ошибку. И вот как Зайнаб говорит, что президент Пасе сказал, что у него нет армии. Не надо, чтобы у тебя была армия. Надо иметь дух. Да. Мужество, достоинство, да. Чтобы быть рядом с убитыми. Ответственность за ответственность, что ты заседаешь на такой должности. Вот именно, что ты, да, имеешь эту должность. У нас же нет армии, правильно? У нас нет ни армии, ни оружия, ничего. А вот дело в том, что есть дух. И я вот огромное спасибо Всевышнему, что я в своей жизни познакомиться с таким героическим личностью, как ты, как Зайнаб. Вы оба для меня большие героические личности. Не надо скромничать, да? Пожалуйста. Не, просто вы знаете, вот я это особо выделяю, и я хочу, чтобы зрители знали, что если я был бы чеченцем, этнически чеченцем, тогда зрители могли бы где-то не верить на мою искренность. Я это говорю, являясь этнически не чеченцем. И почему я сейчас рядом с чеченцами? Потому что это зов моей совести. Мы не можем спокойно сидеть. Сегодня наших соседей убивают, завтра нас. Даже в другой конце земного шара, вот в Сирии детей. Вот Зайнаб отметила, да, вот 2001 год, а потом дали такую возможность Путину, что он потом в Сирии сколько детей убил. Там же применили всякие запрещенные оружия. Это то время, когда чеченцев бомбили, убивали, весь мир финансировал Россию. Международный валютный фонд, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция. Нынешний Путин, я считаю, это продукт коллективного Запада. Они этого демона кормили, вырастили, в том числе Германия, Герхард Шрёдер, если экс-канцлер в кармане Путина. Если бы не война в Украине, я уверяю вас, Ангела Меркель тоже была бы в «Газпроме» или в «Роснефти». Но слава Богу, что наконец-то мир прозрел, проснулся. Да. Это лишь по одной причине, что Украина не находится на Кавказе. Угу. Я в этом абсолютно убежден. Если Украина была бы на Кавказе, нашим соседям, да, кавказской страной, тоже сказали бы, что это внутренние дела России, да. Потому что это далеко от Европы. Абсолютно. Еще один момент хочу с Айдемента рассказал нашим зрителям. В 2014 году впервые когда-то подал иск в МУС, Международный уголовный суд. Через сколько дней на тебя совершили покушение? 30 июня 2014 года я подал в суд. 8 августа совершили покушение против меня. И они требовали, чтобы я забрал назад и перед прессой извинился за свои действия. Я вкратце скажу, какого рода была эта анатомия этой покушения. Сайдемин был на рыбалке. Внезапно к нему подошли несколько агентов спецслужбы России. Его ударили по голове, в лодке куда-то увезли. Потом его пытали, потом пальцы сломали ему, утюгом прожгли. И потом они подумали, что убили его, он мертв, его закопали. Так скажем, в символической могиле той. И через несколько часов Сайдемин, в общем, пришел в сознание и как бы из могилы, с того света вернулся. Вот такое зверское преступление совершили российские агенты. И есть в BBC, на YouTube можете найти, посмотреть.
Значит, журналисты BBC задают вопрос помощнику международного психопата Путина, что есть такое обвинение, да, что Сайдемин Ибрагимов утверждает, что это со стороны российских спецслужб, где он отмечает, что да, про этого чеченца он знает, что он психически нездоровый человек, как бы Сайдемин психически нездоров. Но я считаю, что в мире самый большой психический диспансер с самыми такими острыми диагнозами – это Кремль. Если так назовем, не ошибемся. Насчет этого момента скажу. Журналист, американский журналист CNN, он встречался именно с Песковым. И они действительно сказали, что я психически болен. И когда этот журналист снова со мной встретился во время следствия, я обратился, потребовал, чтобы собрали консилиум медицинский и провели расследование, которое установило, что у меня вполне здоровая психика. И все эти документы я направил в Кремль. Так что они убедили, что я вполне здоров. Это им самим надо пройти экспертизу. После стольких испытаний, чтобы очень адекватно, нормально и еще много-много сделаете для борьбы, для мира, для того, чтобы мир узнал, какие преступления совершались в Чечне. Сегодня, конечно, мы все не можем не говорить об Украине, которая действительно сегодня борется. И благодаря, может быть, этой возможности мы сегодня можем как бы открыто сказать сегодня и о том, что случилось 17 марта, о том, что объявили об аресте, то, что, может быть, многие годы мы давно об этом хотели бы, желали бы, но как бы процесс сегодня начался, и я скажу, что все ж таки это борющему народу. Спасибо за то, что вы сегодня объединились и боретесь против этого зла. Да. Зла, которое исходит из Кремля. Да. Я хочу добавить, что героический украинский народ, который сегодня борется за свою свободу, за свою территориальную целостность, против агрессоров, против преступников. Для нас это, очень ценно, потому что, к сожалению, у нас таких сил сегодня нет для того, чтобы продолжать эту борьбу, но мы оккупированы, территория, и Россия, более 100 тысяч российских военных находится на нашей территории. Они держат в страхе весь чеченский народ, поддерживают совершенно неадекватного человека, который стал на сторону наших врагов. И всех, кто хотя бы одно слово говорит за свою независимость, преследуют, пытают, убивают. И все это остается за пределами внимания мирового сообщества. Те преступления, которые совершаются на территории чеченского народа, требуют отдельного расследования. Я уже даже не говорю о том, что уже произошло, убиты более 300 тысяч невинных людей, в том числе, как Зайнаб отметила, 42 тысячи детей. И все это, как будто ничего этого не было. Да. Мировое сообщество в любых случаях абсолютно молчит об этом, не говорит ничего и стараются забыть. Я неоднократно обращался к действующему ныне, действующему генеральному секретарю Совета Европы, которая Пинкович, но она из той страны, которая сама была жертвой России, скажем.
Хотя на сегодняшний день это как бы скрывается и не вполне ощущается, но тем не менее и Югославия, и все вот эти страны бывшего социалистического лагеря, они тоже являются жертвами России. Но то, что Совет Европы или отдельные личности, занимающие какие-то высокие должности, молчат и не хотят говорить о чеченской проблеме, тем не менее мы не будем молчать. Мы будем снова и снова требовать от мирового сообщества выполнения своих международных обязательств, воздействия против России, восстановление морального, материального ущерба чеченскому народу, реабилитации тех, кто были незаконно осуждены. Мы все знаем, что люди, которые защищали свою родину, не должны быть привлечены к ответственности. Они должны быть освобождены, но у нас десятки тысяч наших героев или прошли длительное заключение в тюрьме, или же проходят на сегодняшний день. И мир молчит об этом. Ну, я бы чуть-чуть еще вот добавила к тому, что Сайдамин, ты сейчас сказал, да, и, может быть, даже на этом мы можем этот вопрос закончить. Я бы добавила то, что не надо сейчас, тогда мы были одиночки. Там маленькие какие бы группировки, маленькие как бы небольшие возможности наши, наши силы. То, что ты сделал, то, что другие делали, то, что мы делали. Это были как бы маленькие такие ячейки, которые мы потом объединялись и направляли для того, чтобы нас увидели, признали и увидели нашу, нашу трагедию. Это была первой целью – увидеть, услышать, достучаться до мировых этих сообществ, чтобы наконец-то услышали нашу боль, нашу трагедию. Но я хочу сейчас немножко как бы на позитив перейти. Не надо сейчас думать или ожидать, что мы такие сейчас слабые. Нет. Сейчас более 300 тысяч людей, которые переместились из-за войны в Европу и другие страны, да? И это другое поколение растет, это другие люди растут, образованные, с многими языками, образованные юристы, эксперты и так далее. И это поколение, которое примет эстафету у нас и понесет дальше, я в этом не сомневаюсь. Поэтому я считаю, что не будут делать за нас никто, ни признание нашего с нашим народом геноцида, ни признание других тех, которые ты перечислил, всех этих преступлений, пока мы сами этого не будем добиваться. И это будет наше молодое поколение, которое растет за нами в этом европейском обществе. И я также хочу обратиться, чтобы это молодое поколение сегодня формировалось, и уже недавно прошел форум, молодежный форум Украины, чеченской молодежи. Украины и Чечни в Бельгии. Бельгии, да. И я это считаю, это другой уже, мы можем и отдохнуть немножко, и отойти немножко, другая волна, другая как бы сила, которая идет за нами для того, чтобы признать и геноцид, и другие международные нарушения, совершенные над нашим народом. Зайнаб, я хочу сказать, как следующий в этом вопросе. У нас тысячи молодых людей, которые учатся в университетах, да, вот это я говорят в нескольких иностранных языках. Да, это я и хочу сказать. 70 языках говорят. И это нас должно радовать. Закончил даже многие. Вот я очень знаю, знакомлюсь с новыми чеченской молодежью. Очень радует меня. Вот смотришь, машаллах,
говорят на французском, немецком, английском, не знаю, арабском, итальянском, даже на дальневосточных языках говорят, и они готовы, и, как скажем, человеческий капитал. С одной стороны, вот не зря же говорят, нет худа без добра. С одной стороны, 300 тысяч мирные, невинные люди были убиты, потому что этот монстр, этот маньяк, который называется «Империя зла», жаждала кровью чеченского народа. Выпили эту кровь, убили 300 тысяч. Но с другой стороны, 300, примерно более 300, если даже не ошибаюсь, больше, да. Больше 300 тысяч чеченцев, и у них всех, и все дети, молодое поколение, даже многие даже не говорят на русском языке, это меня радует. И вообще им не нужен этот русский язык, поскольку в ближайшем будущем, иншаллах, весь Кавказ мы объединим, у нас будет язык общения между нами будет английский, мировой, язык мировой политики. Но этот молодежь, человеческий капитал, вот многие думают, если вдруг завтра прямо деоккупация Чечни, Ичкерии совершится, кто будет управлять этой страной? Во-первых, у страны есть действующее правительство, которого возглавляет Ахмед Закаев, Саидмин Ибрагимов, наш брат Алимпаша Салтханов, и у нас есть готовый правительство, которое, вот как Ахмед неоднократно это отметил, да, балтийские страны, когда были под оккупацией, именно они сохранили государственность. К большому сожалению, сейчас некоторые, две категории есть таких людей, которые объявляют правительство, наше правительство нелегитимным. Среди них есть полезные идиоты, вот это так можно назвать, которые так считают, потому что это только на руку Кремля. И Путин только этого хочет, чтобы объявить всему миру, что правительство чеченской Ичкерии нелегитимной. И другая категория, которой я так считаю, что нет сомнений, что это служит дьяволу, этому империи зла. Иначе не назовешь это. Иначе почему надо быть каким, не знаю, какое предвзятое мнение иметь, и это правительство назвать нелегитимным? Это то правительство, которого признала Грузия, которого признала сама Россия 12 мая 1997 года. Был признан Афганистаном, и в 1997 году, 11 июля, был признан Азербайджаном, поскольку между Азербайджаном, Россией и Чеченской Республикой Ичкерия был подписан трехсторонний межправительственный договор. И это правительство, иншаллах, после деоккупации, вернемся мы все в родину. Это время будущего. Да, будущего. Да, нет, я просто... почему это говорю? Вот и... молодое поколение, которое выросло в Европе, это золотой, как бы скажем, резерв чеченского народа. И будущее Ичкерии, лично мое мнение, очень, я вижу, очень позитивно в тонах вижу, потому что есть такие молодые люди, которые получили образование самых ведущих. Может быть, даже если Ичкерия не была бы деоккупированной, столько молодежи, чтобы отправить в Европу, чтобы они получили образование, для этого какие средства надо было бы? Но, ну вот вчера даже, вот да. Ты познакомился с Нурбеком Чакуровым. Да, машаллах, да, я ты, вообще... Ты видел его потенциал, сколько, да. Он, сколько он даже и не молодой человек, но тем не менее, сколько он для образования... И сколько для молодых чеченцев он новые как бы тропы да, открывает. Да, и как он работает сейчас в направлении языковой вот этой вот среды, и в то же самое время он очень много... делает для того, чтобы выросла такая же молодежь, чтобы образованная. Это очень важно. Это одна из частей. Да. Может, это не политическая, но она основа, фундамент для того, чтобы образованные люди у нас были. Да. Были. И не шли по правильному этому пути. Имея он сам знает 6-7 языков, при всем этом еще дает уроки французского языка, английского, немецкого, других языков дает молодым людям. Поэтому я хочу сказать, это нас должно быть радовать сегодня. Этот конечно. Наш, как сказал Лачин, золотой потенциал молодежи, которая завтра будет заниматься, продолжать. Не заниматься, а продолжать тем делом, которым вы и такие же, как вы, начали этот процесс. И я хочу отметить еще один момент. Вот я встретился вот с таким фактом, когда некоторые, ну, особенно пророссийские представители, говорят, что Чечня не имеет права
на свою самостоятельность, то есть на свою независимость. Потому что чеченская территория – это Россия. И что есть ООН, закон, который говорит о том, что каждая страна имеет право на свою территориальную целостность. Вот здесь, как юрист, я хотел бы отметить один факт. Многие это или не договаривают, или скрывают. На самом деле ООН имеет в виду, что каждый народ имеет право на свое самоопределение, на свою независимость. А вот насчет территориальной целостности, там имеется в виду, что каждая страна имеет право на защиту своей территории от внешнего врага. И это не имеется в виду, что у народа, какого-либо народа, нет права на отделиться от этого государства. Сама Россия принимает Абхазию, там, Южную Осетию и дает им независимость. А в отношении нашего народа или тех, кто хочет определиться и стать независимым. Давно уже заявил об этом самоопределении, не хочет как бы дать эту возможность выйти. Да, это то есть Россия действует всегда по нормам двойных стандартов, всегда отказывается от совершенных ею преступлений, хотя от тех преступлений, которые совершил против чеченского народа, это те ужасы, которые творила Россия, это невозможно ни скрыть, ни замолчать. Мы будем добиваться того, чтобы чеченский народ получил то, что он имеет право по закону, то есть свою независимость. И кроме того, вот Лачин очень справедливо заметил, что весь мир виноват перед чеченским народом. Ну, как чеченец, я не могу вот так сказать, как со стороны азербайджанца. Он, как азербайджанец, сказал о чеченце, но тем не менее, действительно, мир виноват в том, что не выполнил свои международные обязательства, что не встал одной стеной и не заставил Россию прекратить убийство чеченцев. Это страх. Это был такой международный страх за нефть, за газ, за свои экономические ресурсы, которые они всегда обменивались. Это их страх. Я хочу твердо отметить, что международное сообщество, там тоже есть свои определенные юридические правила, обязано восстановить моральный, материальный ущерб, который допущен России. Но там определяется, какая страна в какой мере могла и не выполнила свои международные обязательства. И в соответствии с этим должны представить, компенсировать чеченскому народу то, что положено. Да. И мы будем этого добиваться, конечно. Да. Еще я вот еще хочу добавить, если Путин ошибка природы, Россия это ошибка мирового сообщества, поскольку Россия в ООН сегодня находится незаконно, это отметил представитель Украины в ООН. Он когда обратился ко всей публике, что кто-нибудь из вас поднял голос, дал голос за то, что Россию приняли. Россия находится в ООН как преемник СССР. И Чеченская Республика Ичкерия намного раньше провозгласит свою независимость, как все союзные государства, как Азербайджан, Грузия, не знаю, Таджикистан, Армения. Да. И это была конкретно агрессия против чеченского народа. И еще я что хотел отметить. Вот помнишь, Сайдемин, иногда мы с тобой очень часто с Сайдемином обсуждали вот про этот суд, про все. Очень многие, я хочу, чтобы зрители распространили это видео, и эти люди, которые когда-то смеялись,
вот когда мы готовили этот иск, когда подали иск. Критики много да, было, да? Да, не смерть. Да вы что, вы сумасшедшие? Да, кто же за ордер выпишет на арест Путина? И многие думали, что это вторая армия мира, но теперь весь мир убедился, что это первая армия мира по трофеям, по дезертирству, по аморальности и по самым таким качествам, которые чужды для нормального человека. И сегодняшний день, 17 марта, уже этот ордер выдан на арест. И это не имеет значения, это по каким эпизодам преступлений Путина и России, которые совершили в Украине, в Сирии, в Чеченской республике, Ичкерии или на любой точке земного шара. Самое главное, что как вот этот другой убийца Горбачев сказал, процесс пошел, ордер выдан. А вот уже когда он будет привлечен к ответственности, когда ему наденут эти браслеты, тогда уже все эти кейсы будут объединены. И таких преступлений в России на всей точке земного шара. И обязательно, я в этом абсолютно убежден, я всегда говорю, что мы будем тогда в зале сидеть в национальных костюмах, в чохе, кинжале. Это так и должно быть, я верю в это. И хочу добавить, что те, кто не верят, или не верили о том, что чеченский вопрос будет расследован и приняты соответствующие меры, могу сказать, если уже процесс пошел, то материал, готовый для расследования, находится у Международного уголовного суда, и не рассмотреть его Международный уголовный суд никак невозможно. Поэтому я уверен в том, что в ближайшее время мы будем свидетелями того, как будет расследовано преступление против чеченского народа, и Путин, естественно, будет наказан. Обязательно. Иншаллах. И я думаю, на этих нотах мы завершим. И я хочу в самом конце обратиться ко всем зрителям, особенно нашим братьям, сестрам, украинцам. Сегодня та борьба, которого вы ведете в Украине, как видите, весь мир с вами, и чеченский народ, весь Кавказ, видите, как поддерживать сегодняшний день. Наш премьер-министр, легендарный Ахмед Закаев, находится с двумя своими сыновьями в Украине, прямо на передовом. Наши батальоны ОБОН, отдельный батальон особого назначения, батальон имени шейх Мансура, имени Джохар Дудаева, героические сыновья чеченского народа, грузинские легионеры и азербайджанцы, и все кавказцы, которые себя уважают, уважают память своих предков на стороне Украины. Весь мир с вами. И я знаю, я в этом абсолютно убежден, что мы обречены на победу. Это не только борьба, война между Украиной и Россией, это война между цивилизованным миром и сатаной, и фашизмом. Это обязательно мы победим. Это и сегодняшний день перед вами, вот рядом со мной, сидят два гигантских личности. Сайдем Ибрагимов, который был в правительстве, он учредитель первой правозащитной организации Чеченской Республики Чкери, в то же время он был министром связи. И человек, который добился, в одиночку шел, говорят иногда, что один поле не воин. Вот как вы видите, Сайдем не один, теперь весь мир рядом с ним. И Зайнаб Гашаева, героиня, я не зря ее назвал своей второй мамой. Я знаю, что моя мама должна быть героической личностью. Ее архивы вместе с нашими сестрами. Но это не, еще... не в одиночку. Не в одиночку. Я это как раз хочу ответить. Вот Фатима Газиева и Таита. Они втроем прошли всю эту, весь этот ад, через ад этот прошли, это адом можно назвать, потому что даже сами чеченцы в Грозном написали, когда русские вторгались, добро пожаловать в ад. Они собрали бесценные материалы, видеохронику каждого военного преступления, и это материалы, обычно вот это путинские, во главе с Путиным его банда, они хранят ворованные деньги в швейцарских банках. Все эти видеоматериалы переведены в цифровой формат и хранятся в швейцарском банковской ячейке. И это материал неопровержимое доказательство, так что мы Путину предлагаем сдаться, бить его не будем, он будет отвечать по всем строгостям закона. Слава Кавказу, слава Ичкерии, слава героической Украины. Мы обязательно победим. Победа за нами.
И огромное спасибо вам за то, что вы у нас есть. Ой, я тебе очень, тоже огромное очень горжусь, спасибо, Лачин. Что я, вы, мы как большая мы семья. Не, мы еще в следующий раз мы не сможем не отметить твою как бы работу, твою активность, твою силу, которую ты действительно направляешь сегодня для нашего народа, и что ты делаешь, мы это не сегодня, но когда-нибудь сможем отметить. Это, конечно, тебе большое спасибо, что ты с нами. Я всего-навсего выполняю свой гражданский, человеческий долг, чему научил меня покойный отец. Скажи, что никогда не оставайся на стороне, когда видишь человек нужда. Иногда вот в этом завершим, у нас разговор такой приятный получается, мы можем. Иногда мне говорят, что почему про Азербайджан уже ты ничего не пишешь? Чего мне писать? У Азербайджана сильная армия, сильная экономика. И в отличие от Ичкерии, к большому сожалению, у Ичкерии не было такого. Азербайджана там территория не под оккупацией. А сегодня наши братья-чеченцы, которым бок о бок жили, у нас только язык отличается. У нас и одна религия, одни те же самые традиции по внешности. Наши враги нас называют всегда лицо кавказской национальности. Чего мы должны делиться на национальности, да? Я себя среди чеченцев чувствую как в себя дома, как в своей семье. Вот помнишь, я тебе говорю, в Бельгии, когда мы начали расходиться, да, все уже уехали, когда такая ностальгия, что столько прекрасных людей вдруг... Мы тебя это... уже усыновили. Да, да. Так что сегодня наши братья-чеченцы нуждаются в помощи. И как наша сестра Инна Курочкина говорила, кстати, приветствуем их тоже, Андрея и Инну, великие личности они. Мы на стороне убитых, а не убийц. Вот самое главное это. Да. На этом завершаем. До свидания. Спасибо всем огромное. Пожалуйста, помогите нам распространить, чтобы эту важную и ценную информацию и этих героических людей как можно больше люди ознакомились и знали, кто они есть. Салам алейкум.